Всем привет! Сегодня хочу в этом видео поблагодарить подписчиков, которые отправили много разных подарков. Вот у нас первый господин Медведь отправил кучу всего. Большое тебе спасибо! Какая-то удочка, катушка, вращалки какие-то разные, черви куча, которых мне, наверное, на всю жизнь в рыбалке хватит. Навозники, выползки. Очень много всего интересного. Мотыля куча. Я думаю, мне это все пригодится. Так, мухи. Подёнка. Куча разной каши. Мне, наверное, до конца рыбалки я это не смогу все потратить. Даже когда чесночного теста куча. Так. Так, сигнализатор поклевки. И еда разнообразная. Так, я еще даже такого делать не умею. Котлеты и щуки. Шашлык. Чай, кофе, за это спасибо. Так, это у нас квас. Да, поздно я выкладываю видео. Это еще перед Новым годом присылали. Спасибо большое за пожелания, за подарки. Так, тут еще шампанское, квас, какао и водка. Спасибо большое. Так, ну и давайте, наверное, посмотрим на господина Медведя поближе. Так, поймано 87 трофеев. Так, комариная только ясь остался ему. Вьюнок полностью закрыл. Кострок, белая, куори, форель радужная. Я слышала, ее вообще очень тяжело поймать, даже вот задание новогоднее, там 3 килограмма, это ее невозможно поймать, а трофей, ну это круто. Так, ну и волхов тут тоже чуть-чуть. Так, еще раз большое спасибо господину Медведю. Так, кто у нас тут еще? Так, ник очень сложный, с английским не дружу, поэтому все равно спасибо большое тоже за подарки. Тоже много разнообразного теста, наживок. Спасибо большое. Так,
И вот у нас еще один подписчик. Леонид 2009. Тоже тебе большое спасибо за подарки. Тоже всего прислал. Каши, наживки. Да, и еще хотела тоже поблагодарить не только тех, кто наживки там, всякие каши там, прикормки присылает, и тех, кто просто какой-то информацией делится, пишет там в игре. Вам тоже всем большое спасибо. Так вот, кто-то и чай отправлял, выползков, арбузы. Всем большое спасибо. Так, и вот есть еще у нас один человек. Вот, ребят, переписка, смотрите. Он мне отправляет две приманки и какую-то там прикормку на плотву. А проходит день, он у меня требует ее обратно. То есть випки на тот момент у меня не было, естественно, бы я ее сразу ее отправила. Но таких людей я сразу убираю в черный список. Если вы что-то даете, ну, это должно быть как-то, ну, не знаю, просто от души там, а не так, что сейчас дал, а на следующий день верни мне обратно, если я это уже потратила там или кому-то другому отдала. Нет. Лучше в таком случае вообще мне ничего не отправляйте. Так, и вот на этом кусочке видео я отправляю, вот у меня уже тут випка есть. И я сейчас отправлю этому, не знаю, подписчик это, не подписчик, просто человек, который мне просто отправил. Ну вот я сейчас верну ему эту бальсу. Ой, это не бальса, господи, что говорю. Это минол. Да, вот она, самки минол. Все, в таком случае мне ничто не отправляйте, вот если думаете обратно попросить. Все, всем еще раз большое спасибо. Всем пока.